Девчонки, привет! Я буду обзванивать своих терминашек сегодня. Включила запись для того, чтобы она мне на глаза не действовала, не отвлекала. Я отвернусь сейчас, но вам все будет слышно и видно. Надеюсь, что вы тоже возьмете телефончики и прозвоните всех своих терминашек, новичков и тех, кто давно уснул и не делает заказы. В общем, мне нужна распечатка, информационный лист, он у меня есть. Телефон и хорошее настроение. Я всем запаслась и начинаю звонить. Хочу попробовать очень глубокую проработку структуры, то есть буду тем, кому не дозвонилась, сразу писать вайбер-сообщение голосом. Мария, добрый день. Это Галина Логинова. Мы с вами оформляли карту Oriflame. Звонила вам с приятными новостями. У вас к вашей дисконтной карте привязался интернет-магазин, и он уже начал свое развитие. За последние 3 месяца у вас в вашем интернет-магазине зарегистрировалось более 50 покупателей. И по прошлому периоду объем продаж составил более 40 тысяч рублей. Это очень здорово и хорошо, и ваш номер продолжает на сегодняшний момент работать. Я вас с этим поздравляю и напоминаю о том, что нам важно с вами за следующую неделю до 4 августа активировать ваш номер, чтобы ваш интернет-магазин продолжил вам принадлежать. В противном случае он от вас открепится. И все люди уйдут к вышестоящему клиенту. Сейчас в каталоге очень много интересных акций, интересных скидок и распродаж. Поэтому я уверена, что вы что-то себе выберете. Если какие-то вопросы будут, пожалуйста, напишите мне или позвоните. Я буду рада вам помочь. Ну и, конечно, электронный каталог с акциями мы сейчас ей сбросим. Так. В Вайбере скидываю каталог, распродажу текущую.
пишу, что это текущая распродажа. Вам будет дополнительная скидка 20% от красных цен. И нужно еще сумочку сбросить. Ну и фотку сумки заодно. Картинку сумки сбрасываю, фотку сумки. Все, едем дальше. Помечаю, что в Вайбере написала все. Буду обзванивать сначала своих терминаж, потом остальных. Не ответила Наталья мне. Попробуем видео записать. Я нормально выгляжу? Нормально. Он издалека красиво смотрится, близко не очень. Наталья, здравствуйте. Помните, мы с вами оформляли дисконтную карту Арифлейм? Я вам пишу сообщение с очень приятными новостями. К вашей дисконтной карте, которая все еще работает, присоединился интернет-магазин, который начал свое успешное развитие. У вас в вашем интернет-магазине зарегистрировалось более 50 человек, и товарооборот составляет около 40 тысяч рублей. Это очень классно, я вас с этим поздравляю. И сообщаю вам, что ваш номер все еще активен, и для того, чтобы он остался за вами вместе с этим интернет-магазином, его нужно активировать заказом на любую сумму. Это можно сделать по текущему каталогу Арифлейм. Там очень много акций, распродаж. Я вам сейчас все пришлю, посмотрите. Советую сделать заказ на 50 баллов, чтобы вы еще получили шикарную летнюю мягкую сумочку. Вам хорошего дня! И приятных покупок по каталогу Арифлейм. И пересылаем все то, что отсылали до этого Марии.
каталог, распродажу, акцию с сумкой и фотку сумки. Жалко, что эти шарики нельзя пересылать, но зато они будут индивидуальны. Елена, здравствуйте. Пишу вам видео с поздравлением о том, что к вашей дисконтной карте, которую мы с вами открывали в апреле, привязался отличный интернет-магазин, который начал свое развитие. В этот магазин уже присоединилось более 50 клиентов. Это очень здорово. Они начали размещать заказы, и уже в вашем объеме магазина находится больше 40 тысяч рублей покупок ежемесячно. Вы с этих денег можете получать доход, и я вам с удовольствием расскажу, как это сделать. Для того, чтобы номер сохранился за вами, вам важно его активировать. Активируется он любым заказом на любую сумму баллов по текущему каталогу, который вы ниже найдете по ссылочке у себя в сообщениях. Очень советую посмотреть что-то на 50 баллов, это примерно 2000 рублей, чтобы вы стали обладательницей великолепной сумки, которую вы увидите на картинке. Сумка здоровская, она через плечико Сумка классная, вы ее получите за 199 рублей при заказе на 50 баллов в этом каталоге. Желаю вам приятных покупок. Рекомендую обратить внимание на продукты для здоровья. Я вам уже ролики сбрасывала, надеюсь, что вы посмотрели. Это продукты Wellness, Wellness Pack и коктейль. Думаю, достаточно. А, им еще надо номер дублировать. О, что они не пересылаются?
Мое счастье, я им все в Вайбере писала, поэтому у меня тут все их данные сохранились. У меня Вайбер завис. Ваш номер и пароль, если вдруг потеряли, и пересылаем сообщение, которое сама же им присылала, потому что копироваться оно не копируется, только можно переслать, даже там ссылка на сайт. Так, а вот Мария Моисеенко, я, оказывается, не писала номер. Вот так вот и выявляются какие-то косяки. Правда, распечатка плохо пропечаталась, не вижу номер. Сейчас посмотрю в приложении. Пишу ваш номер для входа на сайт Oriflame.ru. Все. Третий вайбер пошел. Не берет у меня Лиля. Мне кажется, что видеосообщение это тоже хороший инструмент. Да, только если человек в сети бывает. Смотрю, Лиля в сети была последний раз аж 20 июля.
О, мы с ней дружим еще ВКонтакте. Сейчас посмотрю ВКонтакте. ВКонтакте она была пораньше. ВКонтакте можно только голосовые отправлять. Но тем не менее. Лиля, привет! Поздравляю тебя с тем, что твоему дисконтному номеру Oriflame присоединился интернет-магазин, который начал успешное свое развитие. В этом интернет-магазине зарегистрировалось больше 50 клиентов, и его объем продаж по прошлому периоду составил более 40 тысяч рублей. Это очень здорово, это очень классно. И я приглашаю тебя активировать свой магазин, чтобы он остался за тобой, иначе он у нас сгорит после 4 августа. Для этого нужно разместить заказ на своем номере и через свой пароль, который у тебя выше в сообщении здесь есть. Сейчас очень классные акции, я сейчас пришлю каталог и распродажу, которая действует до конца этой недели. Посмотри. Рекомендую сделать заказ на 50 баллов, чтобы еще и получить шикарную сумочку через плечо в подарок. По льготной цене 199 рублей. Вот, акций много, там каталог очень интересный, есть и уход за лицом, и гели для душа, и для деток новая продукция. Посмотри, уверена, что что-то выберешь. Если будут какие-то вопросы, пиши, помогу. Так, текущий каталог я сбросила, а вот все остальное. Можно из Вайбера через три шарика отправлять. И заходите на картинку. Вот тут есть три вот этих вот точечки. Их нажимаете. И получается, вот можно выбирать, куда прислать. Например, мне надо в контакт. Вот где тут? Вот ВКонтакте. Нажимаю. Вот в сообщение отправить нижнее. И отправляю вот Лили. Все, вот у меня картинка отправляется. Сейчас я сотру вот это, отправленное из Вибер. Написала текущая распродажа. И сумочку мне надо отправить.
сумочку, все. ВКонтакте. Не всегда усадимся с ножком писать, поэтому надо быстро что-то делать. Если они вдруг не берут трубки, то можно им видеопослание отправлять. Я не думаю, что им кто-то часто шлет видео. Алло, Наталья. Ага. Да. Здрасте, это Галина из Орифлейма, знали? Да, да, да. Ага, очень приятно. Вы в городе или куда уехали? Ой, в городе, в разъезд выехал тут. Ага. Чем вы занимаетесь? Да, в Москву приехали, сейчас в Оренбург, потом опять в Москву. В Оренбург собираетесь, а мы наоборот в Гай собираемся. Завтра. Назначили, да, вам операцию? Ну да, все уже вроде на три, другое отделение назначили. Ну дай бог, чтобы все было хорошо. Ну, я тоже сказала, это теперь вот сделать, то есть не сразу, может, все это вырежу. А, еще и в несколько этапов? Да, еще несколько раз вот сделать. Ой-ой-ой. И вот в больнице мы отдаемся, то анализы, то справки. Ну да. Никак. Я что-то смотрю ваши в Вайбере, говорю, тебе интересно, говорю, когда будет это заняться? Ну хорошо, хоть смотрите. Полезна вам рассылка, которую я там делаю? Ну да, я читаю, смотришь там ваши вот эти, которые вы там вставляете. Читаю. Ну, я стараюсь. А видели тех текущую распродажу, где водичка туалетная там по 349 рублей? Да, есть. Ну смотрите, номер за вами все еще пока закреплен. Я что позвонила то сказать вам, что интернет-магазин, который к вам присоединился, к вашему дисконтному номеру, он работает, у него уже набрано больше 50 человек, вот именно к вам, которые прикреплены, и они уже размещают заказы. Ну, около 40 тысяч рублей уже прошел заказ по прошлому каталогу. Вот, но нам с вами, чтобы у вас все это осталось, и чтобы мы в перспективе могли зарабатывать на этом с вами, надо номер все-таки активировать свой в этом каталоге. Как-то вот за недельку это успеть сделать, за следующую. Вот, то есть от вас там любой заказ через ваш личный кабинет, чтобы за вами этот номер закрепился. Вот. Получится у вас посмотреть. А у вас эти заказы, они как долго ходят? Как долго ходят? Ну, вам, наверное, в какой город вам доставку сказать? В Оренбург или в Гай? Не, не в Гай. Какой еще там Оренбург? Я там не знаю, сколько буду просто даже тоже. Мы там едем сейчас вслепую тоже. Мы что-то не объяснили нам. Она нам там что сделать? Там КТ надо провести. А, это компьютерная диагностика, как она там, КТ это называется. Не знаю. Вот, ну, в Гане заказ ваш, если вы, например, сегодня что у нас четверг, он у вас придет в среду, можно будет забрать. Да, тогда лучше попозже, наверное. А никак надо, вот, где вы мне что присылали, туда выходите там, да, я что-то уже очень много было. Ну, я еще раз пришлю, мне не трудно. Ну, можете просто мне заказ написать, я вам сама его сделаю, если вам сложно в компьютер зайти. Ну, давайте что-нибудь мне закажите, а я там потом это... Что-нибудь закажите. Ну, вот эту туалетную воду закажите. Ну, чтобы туалетную воду я вам заказала, нам из каталога надо на 500 рублей что-то выбрать. Ага. Потому что это распродажа так работает. Ну да, ну там сейчас много всего интересного. Там сейчас и для тела гели для душа недорогие. Все по 100 рублей гельчики сейчас идут. И
хорошая тушь сейчас в Джордане со скидкой. Потом, что вы в дорогу собираетесь, можно салфетки чайное дерево взять, они обеззараживающие. Есть очищающий гель для рук, сухой шампунь, тоже такая полезная вещь в дорогу, голову освежать. Я уже купила продукты в магазине. Сухой шампунь продается в магазинах? Ну да. Я не знала просто, я не хожу по магазинам. Да, каталог? А я вам сейчас ссылку в Вайбер брошу, текущую, свежую, полистайте. Если хотите бумажный, то в офис в ГАИ можно завтра зайти. Да, можно так полистать. Ну да, можно так полистать. Давайте, я вот полистаю, что я вам завтра скину. Давайте, давайте. Потому что я на день рождения уходу, как сейчас вечером нет, как-то будет. Ага, ага. А завтра у меня вроде будет там время, я же так полистаю. Хорошо, хорошо. А что пока я сохраню, то там уж приеду, как для операции всех. Ну да, а в Оренбург вы когда едете? В понедельник? Нет, мы во вторник едем. Во вторник? Что, в понедельник работает, во вторник поеду, но вот не знаю, там 2-3 дня будет, ну не знаю, вот. Ну, вы же в любом случае нас, вы же в любом случае на связи будете, так что там мы уж с вами определимся. А забирать это в вашем же офисе, да? Да. А ну, то есть, если там, допустим, как-то там задержится, или что, ничего страшного уже такого, или что, как там у вас это? Ну, мы определимся, вы же будете уже там во вторник, в среду знать, чего как. Вот. Его можно будет оплатить по Сбербанку онлайн. Он вообще хоть сколько может лежать, заказ ваш в офисе. Ага, ну хорошо, тогда. Вот, то есть дистанционно все оплачивается, все легко и просто. Ага. Вот. Ладно, тогда. Есть? Давай. Ну, только скиньте каталог, я да? Да, я вам сейчас брошу каталог. Ага. Спасибо. Ну хорошо вам погулять, Наташа. Ага. Хорошо, до свидания. Ура! 5 минут, в общем-то. Вайбер работает. Алло? Да? Да, Наталья, здравствуйте. С днем рождения вас! Желаю вам всего-всего. Ага. Ну, смотрите, я вам карту сегодня оформлю. Я вам ее оформлю, эту карту. В принципе, я вам могу первый заказ помочь разместить. Или же могу вам номер, пароль сказать и сами разместите, если удобно, вечерком. Я так думаю, вы празднуете вовсю, думаю, не буду звонить. Вот так. Какой кошмар. День рождения в гордом одиночестве. Боже. А, вон оно что. Понятно. Вер сказал, что вам еще тоналку надо помочь подобрать. Я правильно ее поняла? Угу. Ну да, бумажный легче. Угу. Ага. А, вы Джордани имеете в виду, наверное, да, золотую такую?
Антипозрастной. Ну, сыворотки разные есть. Есть Джордань, вот она, 919 рублей. Ее вы увидели? Ну не скажите. Вот эта вот Джордань, она как эликсир под тональную основу идет. То есть она пробивает через тональную основу и освежает цвет лица. То есть ее можно, вот, ее можно под тональной наносить, когда утром макияж делаете, а можно даже на тональной в течение дня освежать ваш макияж. То есть она тоналку не будет как бы портить. Вот. А есть еще сыворотка, например, Эко Бьюти в серии Эко Бьюти. Это сыворотка на основе натуральных компонентов, то есть она полностью натуральная. Там 98% натуральных экстрактов. Вот, она с дозатором идет. Это сыворотка под дневной крем. То есть она уже как, ну, на кожу больше действует. То есть разглаживает ее, увлажняет, убирает морщинки. Вот такие сыворотки бывают. Про меня думали? Угу. Которые? Но они обе с дозатором. И Бьюти с дозатором, и Джордани с дозатором. Ну, давайте я вам картинки брошу обеих, и вы посмотрите, какую вы имели в виду. Бьюти, она в каталоге стоит 1380, она дает 26 баллов, но у вас будет скидка на нее, она, по-моему, там около 1100 должна выйти, 20%. Угу. Прям вокруг глаз вам нужен? Так, вот для век, он сейчас со скидкой. Это крем «Невероятный эффект». Вот он как раз-таки от припухлости, от темных кругов под глазами и увлажняющий. Подойдет, да? Он стоит 349 рублей. Это каталожная цена, ваша будет дешевле. Вот, он всегда в каталоге был раньше, Орифлейм, он сейчас просто переоделся в другую коробочку и стал более эффективно действовать, то есть его перевыпустили. Ну, его перевыпустили как бы в рамках новой линейки, это Optimals, ее сейчас все переделали, она вот хорошая сейчас. Тут, кстати, можно еще немножко сэкономить, если выбрать какой-то еще продукт из этой серии, из Optimals, потому что тут при покупке двух. Ну, тут для лица вещи. Тут есть гель для умывания, есть ночной крем матирующий. Так, есть. Матирующий крем, он легкий, с матирующим эффектом. То есть он за ночь сужает поры и восстанавливает баланс жирности, освежает кожу к утру, чтобы кожа утром не блестела. Ну, да вот, да. А есть крем тут как раз-таки для сухой кожи, дневной. Тоже из этой линейки Optimals. А у них цена одинаковая, кстати, с этим, с кремом для век. То есть, если вы оба их возьмете, они вам будут по 279 в каталоге, ну и вам, соответственно, по 180 примерно. Крем вам еще, да, тогда дневной вот этот? Витамины. Ага. Ну, попробуйте, вообще они хорошие. Я сама их все время пью, я перерывы не делаю. Но, да. Угу. Звонила? Ага. Ну, да, да. Ага, ага. Угу.
Нам они нравятся. Единственное, что она в период беременности другие немножко витамины пила, ну, потому что врач рекомендовал. А сейчас она уже опять перешла на Wellness Pack, она снова их пьет. И, в принципе, как бы довольны. Ну, потому что там подделок нету. То есть вы как бы за свои деньги точно будете уверены, что вы покупаете грамотный продукт, хороший. Что-что? Ага. Ну да. Это точно. Ну это точно. Это я с вами согласна. Так, а еще мне скажите по доставке, Наташа. Я вам что, в наш офис сделаю заказ, чтобы вы там все посмотрели, потрогали, как вы хотели? Офис на Салмышевскую, удобно вам будет доехать? Угу. 9 января? А, ну тогда знаете, как мы можем сделать? У меня родители живут в авиагородке. Вот. И офис их, в общем-то, они у меня там работают. Вот. И я могу сделать заказ и попросить их, чтобы они забрали ваш заказ с собой. Вы до них доедете вечерочком. Мама вам отдаст. Как вам такой вариант? А это придет в среду. Так, ну здесь еще. Ага. Да нет, среда будет первая. Как раз-таки вы с собой их и возьмете. А вы отдыхать куда едете? Тут, отлично. А вы солнцезащитные средства с собой запаслись? А то в Турции там такая жара, они у меня только вернулись оттуда. Там, говорит, через тент солнце жжет. И они вот нашими солнцезащитными защищались, да это хорошо помогло. То есть у вас пигментация на лице. Вам знаете, когда на какой крем надо внимание обратить? У нас есть профессиональная линейка для городского макияжа. Это линейка Novage. Это уход за лицом, грамотный такой, очень глубоко проработанный, потому что у них были клинические тесты у всех кремов этих. И там есть крем SPF 50, именно дневной для лица. Но он используется как, во-первых, праймер, вот для тех, у кого подвержена очень сильно солнцу кожа. И в городе вы же солнцезащитными как бы не будете мазаться такими жирными, которые от воды, чтобы они не разжижались. Вот этот Novage, он очень легкий. Вот. Нет, тонального эффекта в нем нет, он под тоналку ложится, но на него тоналка хорошо закрепляется. Вот, и обычно вот SPF 50 крема, они же очень такие толстые по текстуре, вот, а этот он тоненький. И вот те, у кого действительно такой вопрос есть, они очень часто именно этот крем заказывают. Да, ну, сейчас понятно, да, а вообще потом... Да. Ну, вы сейчас приедете. Ну, она, кстати, по-моему, весна-лето в основном эти крема берут, как раз-таки пользуются, чтобы осветлить кожу. Ну, и в зиму тоже они будут хороши. Optimals это тоже серия. Ну да. Ну как раз, значит, приедете и тоже посмотрите эти кремы. Они такие в серийных баночках коричневых. Вот. Ну тогда что, я вам сейчас...
Но если вам удобно, мама будет забрать, то зачем переобуваться? Вот, я тогда попрошу, она вам что-то еще покажет. Посмотрели. У меня дома много всего есть. Ну, по крайней мере, какой-то аромат вы понюхать успеете. Ну да. Но тем более перед отъездом там уже нужно будет просто собрать и ехать. Тогда я записала витамины, сыворотку Экобьюти, крем для век и крем для лица. По Сбербанку онлайн? Удобно будет? И тогда вам сейчас номер открою, заказ сделаю. Вот. И скажу вам сумму и на как на Орифлейм проплатить. Вы сразу проплатите на номер Орифлейм свой, прямо через Сбербанк, без комиссии. Вот, такой у нас есть удобный сервис. Ну, договорились. А праздновать-то вы что будете? Выходные? Праздновать-то выходные будете? Ну, значит, я вам желаю, чтобы вы сегодня уделили время себе и своим желаниям, так как вы вступаете в следующий год своей жизни, то нужно обязательно написать сегодня в этот сильный энергетический для вас день, ну, как минимум 100 своих желаний на ближайший год. Раз вам никто не будет мешать сегодня, вот как раз-таки вы этим тогда и займитесь. Да? Но тем более сам Бог велел сегодня взять красивую тетрадку и все свои желания как следует написать на бумагу. Ну хорошо, хорошо, всего доброго, да. Да, до свидания. Вот, исходящий поток рождает входящий. Надеюсь, вам было полезно послушать. Это был новичок наш вчерашний с заказом почти на 100 баллов. Вот так-то. Сейчас, минуту. Так, ну продолжаем тогда. Терминашек. У меня их много, я в тот каталог хорошо так рекрутировала, но их не доработала. 17. Алла нам не ответила. По стандартной уже схеме нашей идем в Viber записывать ей письмо счастья. Алла, здравствуйте. Звонила вам по приятной очень новости. К вашему дисконтному номеру Oriflame привязался интернет-магазин, который уже начал свою плодотворную работу. В него присоединилось уже больше 50 клиентов и объем продаж по прошлому месяцу. Объем продаж по прошлому месяцу составил больше 40 тысяч рублей. Вы с них можете уже получать доход. Я вам с удовольствием расскажу, как.
Ну и, конечно же, нам для того, чтобы ваш номер остался, нужно его активировать. Активируется он любым заказом через ваш личный кабинет. И это нужно сделать до 4 августа. Я вам сейчас пришлю каталог и акции, которые у нас сейчас работают. Желаю вам приятных покупок и советую выбрать заказ на 50 баллов для того, чтобы вы еще получили шикарную сумочку по льготной цене от компании Oriflame. Хорошего вам дня, рада была вам записать это сообщение. Пока-пока. Вот. Занимаюсь видео. И дальше пересылаем сообщение, которое я уже другой девушке отсылала. То есть я шлю каталог, распродажу и сумочку. Главное, в сети, но телефон не берет. И нахожу ее сообщение, ей же, которое отсылала с номером, паролем, и опять ей присылаю. Все. Оповестили. Дальше звоним. Алло, Анастасия. Здравствуйте. Это Галина из Орифлейм, узнали? Помните, мы с вами... Да. Ура. Ну, я... Это как раз-таки я вижу, что вы еще пока ничем не занимаетесь. На лето. Поэтому я сейчас с этим делом пока завязала. Это я, может быть, как в сентябре выйду на свою руку, ну, вроде все выйду с отпусков, на белую клиентуру. Тогда попробую. А сейчас даже момент, что я одна, вообще нет. Ну, знаете, я вам по поводу чего позвонила-то, а то сейчас забуду совсем, что хотела сказать. Смотрите, у вас номер-то работает, и к нему привязался интернет-магазин. Помните, я вам рассказывала, что он будет развиваться? Вот, но он развивается, и уже за это время присоединилось в ваш магазин больше 50 клиентов, которые размещают заказы, и в прошлом каталоге у нас объем продаж составил больше 40 тысяч рублей. Вот. Дело в том, что вы с ним, вы с этого объема уже можете начинать получать доход, но только ваш номер, он должен подтвердиться любым абсолютно заказом, потому что иначе он у вас удалится через неделю, 4 августа. Вот. Ну, вы можете чисто для себя даже элементарно гель для душа посмотреть, там, ну, не знаю, зубную пасту, туалетную воду, то есть то, чем пользуетесь. Знаете, мы сейчас работаем на две трети, и мне так не хватает, извините, даже на садик, на все остальное. Поэтому заниматься сейчас, вы знаете, каждой копеечкой, да, как это говорится. Ну, если удалиться, так удалиться, что же я сделаю? Ну, может быть, постараемся с вами взять каталог, кому-то показать. Не все же уехали в отпуска. Ну, вот у меня такие клиенты есть. Вот вы понимаете, мы все
Никто сейчас ничего не заказывает, поэтому тишина. Вот так у нас получается. А вы кем работаете? Что-то я не записала себе. А я в садике работаю. Ага, в саду вы работаете. Я кладовщиком работаю, поэтому у нас сейчас сады закрыты. Ну да, да, это я знаю. Ну, он на ремонте, поэтому нету этого сейчас пока. Денег никому нету. Деньги в пути, да. Нельзя говорить, что их нет. И природа же идет, и все остальное. Поэтому так-то у меня были клиенты, а сейчас вот нету вообще. Никого. Понятно, ну, ясно. Сейчас отпусков, отпуска и без денег. Как говорится. Поэтому уж извините. Да нет, я не хочу. Если что-то где-то стрельнет, то значит я сделаю. Если не стрельнет, то ничего. Понятно. А мы с вами еще так-то договаривались встретиться, поговорить, да, я помню? Вот. Ну да. Смотрите, я в ГАИ собираюсь завтра ехать. Я там буду неделю. И где вы там обещаете? Ну, позвоните мне в течение недели. Давайте, давайте. Давайте мы так сделаем тогда. И по времени посмотрим. Ну, если что, я только после обеда. Ну, это хорошо. Мы же едем не только работать. У нас еще там родственники есть. У нас до обеда режим с родственниками, после обеда работа. Понятно. Так что так вот. Так что вы позвоните, скажете, ну, там, договорились, Помимо договорились. Ага. Хорошо, вам всего доброго. До свидания. До свидания. Я, говорит, не работаю. Пока. Я не работаю вообще, тут надо говорить, а не пока. Пока. Не, ну конечно на 8000. У этого телефона у меня вообще нет. А, нет, есть. А это промо? Промо. То есть сегодня я, видите, взялась... О, окей, спасибо, гляньте, мне Алла Янковская ответила. Все, процесс пошел. Вот, видите? Окей, спасибо. Что-то у нас камера занята. Так. Отличненько. Так, теперь я ищу богатого. Светлана, здравствуйте. Мы с вами оформляли дисконтную карту Oriflame, и я пишу вам поздравительное сообщение с очень интересными новостями. А у нас к вашей дисконтной карте привязался интернет-магазин, который начал успешное свое развитие. В этот интернет-магазин уже вошло больше 50 клиентов, и они размещают заказы более чем на 40 тысяч рублей за 3 недели.
Это очень здорово, вы сможете получать с этих денег уже доход. Я вам с удовольствием расскажу, как это сделать, если вам это будет интересно. Ваша дисконтная карта продолжает работать, и для того, чтобы не потерять этот интернет-магазин, вам необходимо сделать заказ до 4 августа. Так, что-то у меня зависло. Ваша дисконтная карта работает, и для того, чтобы она осталась за вами, вместе с этим интернет-магазином и с этими объемами, нам с вами нужно разместить заказик по вашей карте до 4 августа, иначе она сгорит, к сожалению. Каталог очень интересный, там много классных скидок. Вы его найдете по ссылочке ниже, и все акции также я вам сейчас прикреплю. Очень советую разместить заказ на 50 баллов. Баллы вы по ценой в каталоге увидите. Для того, чтобы получили еще и шикарную сумочку через плечико за 199 рублей. Сумка действительно классная, я ее видела, поэтому желаю вам постараться. Хорошего вам дня, всего доброго, до свидания. Так. Там. И пересылаем ей еще раз ее номер и пароль. Так, Светлана Вайбер. Что у меня тут? А вот, лично моя одна терминашка осталась. Емельянова Татьяна. Хорошая такая девушка. Обещала сделать заказ, что-то не сделала. Интересно. Мы с ней виделись 2 месяца назад, родила она или нет? Была беременная. Не отвечает. А вайбер у нее, по-моему, нету моей, ты Татьяна. Она что-то у нас такая. Нету. Она у меня, по-моему, есть в Одноклассниках.
В Одноклассниках, по-моему, видеосообщения, как и ВКонтакте, посылать нельзя, там только микрофоны. Попробуем найти. Ой, перезванивает, какая прелесть. Алло, алло, Татьяна, здравствуйте. Это Галина из Орифлейм. Помните, мы с вами встречались, я вам каталог давала. Вспомнили, как ваши дела? Вам там пополнение уже пришло или еще пока нет? Вот, поздравляю вас с пополнением, а в больнице чего? Что-что? Ага. Понятно. Давно родились вы? Ага, ну поздравляю. Кто у вас? Сынишка. Классно. Молодцы. Молодцы. Папин наследник. Да-да-да. Алло, слышно? Ага, хорошо. А то мы что-то с вами так не созвонились тогда, что-то у нас там не срослось. Ну. Ага. Ну, понятно, что не до этого. Я так и поняла, что-то произошло, потому что мы с вами так хорошо пообщались, а потом что-то как-то мы на связь с вами не вышли. Вот. Ну, смотрите, я вам что хотела сказать. Как это у нас с вами работает, это дисконтная. Вот. И помните, я рассказывала, что будет интернет-магазин к ней привязываться, что он будет развиваться, работа такая. Вот. Но он вот развивается успешно, уже больше 30 человек у вас зарегистрировано в вашем интернет-магазине, да. И уже, ну, конечно, работаю. Они у нас заказы делают. Там около 20 тысяч они разместили заказов по прошлому каталогу. Да, все работают. Вот. Это вот за 2 месяца все произошло, сколько мы с вами вот не общались. Вот. Да, единственное, что как бы номер у вас сейчас на подтверждение передался. То есть, если мы с вами заказик не сделаем по этому каталогу, он аннулируется вместе со всеми этими людьми. Будет обидно. Вот. Угу. С кишечником проблемы. Но в течение следующей недели не знаю, выпишут, нет? А, второй день. Ну, конечно, совсем крошка. А остальные детки с кем-то тем? Деревня? Кто на море уехал? А. Ну, правильно, потому что что, маленькие они еще. Сами жить. Помощница. Ну да, если ламинат вспучился, ему, по-моему, уже ничего не сделаешь.
Ну да. Да, прессованный картон вроде ламинат. А папка с вахты приехал, получается, да? Ваш. Когда? В сентябре? И надолго опять. Понятно. Ну, будем надеяться, что выпишут вас. Ну, конечно. Да. Ага. А так вы с интернетом там нет, Татьяна? Ну, с собой сейчас в больнице есть. Давайте каталог тогда пришлю, посмотрим. Понятно. Ну, тогда давайте будем созваниваться. Как выпишетесь, набирайте. Решим там. Либо этот номер продлим, либо новый откроем. Потому что люди-то еще будут подписываться. Так что этих, конечно, обидно потерять. Но, может быть, успеем мы с вами хотя бы в субботу заказ сделать. 4-го. Вот. Будем смотреть там, как у нас получится. Ну ладно, до свидания. Вот так вот. Ну ладно. Итого, что у нас получилось, друзья мои. Я обзвонила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек в терминаше. Из девятерых я с тремя поговорила. Ну, кстати, вот вам статистика, да, 30%, треть. Тремя я поговорила, остальным я отправила в Вайбере, то есть шестерым. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из шестерых одна уже ответила. Вот моя работа. И поговорила еще с десятым новичком, это мой новичок. Со вчерашней прозвонки и заказ у меня вышел с этим новичком на замечательную сумму 85 баллов. Вот такая вот у меня интересная статистика. Такой вот хороший новичок. Вот. Так что поздравляем, поздравляем нас с тем, что у нас такая хорошая работа. Вот за час, в принципе, эта работа была проведена. А, кстати, новичок у меня взялся теплого рынка. Мы взяли номера телефонов по рекомендации, и я попробовала позвонить ей не с работой сразу, а с тем, что мне вас порекомендовали как девушка, которая следит за своим здоровьем и красотой. И я вам хочу рассказать о двух интересных линейках, которые у нас сейчас в компании появились. Это Novage Wellness, на которой мы оформляем дисконтные карты со скидкой 20%. Рассказала ей про лицо и про wellness. Лицо она пока не заинтересовала, ну хотя вот для лица она и взяла вещи. А еще заказала wellness pack. Вот так у меня получилось интересно прозвонить рекрутинг вчера. Вот, так что надеюсь, что видео было полезно. Час времени работы с терминашками сегодня сделан. Всем пока-пока. Вайбери.